Lifestyles of the broke and famous, trying to figure out what my goals and aims is. Going down a road that I know is tainted. She barely give it up, but she knows I'm anxious. So impatient when it comes to whiskey. And if I die young, then I hope they miss me. Well, God forbid that. Bumping Big L, smoking the Big L. The shit we talk, we live that. I'm still young, I'm still dumb, can you forgive that? One day I'll grow up, I'll get it intact. I got a girl that knows every single lyric. She love the way I talk, she love my syntax. They say that music's in a crisis, but it's been whack. So I listen to the Killers and kill these niggas. And I bet I'll regret this in a decade. But this is the way I am. Всем привет! Сегодня мы вам расскажем о машине, на которой путешествуем по Черногории. Итак, вот она. Это дом на колесах. Данный автомобиль собран на базе модели Mercedes Sprinter с дизельным двигателем 2,5 литра. Расход на 100 км получается примерно 10 литров. Так что он, несмотря на свои размеры, достаточно экономичный. И, в принципе, мы на одном баке, я думаю, проедем всю Черногорию. Сколько стоила заправка одного бака? Ну, заправка одного бака нам обошлась в 90 евро, что примерно 4, там, до 5 тысяч рублей наших российских. Опять я говорю российских слова, просто рублей. Давайте я вам покажу, в принципе, что у него есть. Итак, сейчас мы откроем. Для всех шкафчиков по периметру корпуса есть один специальный ключ, который отличается от ключа открывания дверей и зажигания. Это самый главный шкаф. Здесь лежит складной столик, табуретки, удлинители, зонтик, различные крутилки, инструменты и так далее. То есть все-все-все. Так, дальше есть тоже неплохой большой шкаф в задней части. Вот такой вот шкаф. Кстати, смотри, а вот видно двойное дно, про которое говорили. Давай посмотрим. Ну, сюда можно ложить какие-то высокие предметы, там коляску поставить, я не знаю, что-то вот такое. Чемодан. Что-то высокое, да, может быть чемодан. Вот. Закрываем. Сзади установлено специальное крепление для велосипедов, может быть даже мотороллера. Я видел мотороллеры крепятся такое. Вот, сзади есть окошко одно и камера заднего вида. Покажи камеру немножко. Спереди установлен монитор, в который все это видно. Мы постоянно ездим с включенным монитором. Расскажи, а как ты делаешь так, чтобы машина стояла ровно? Да, очень важный момент. Чтобы машина стояла ровно, ну и в принципе не шаталась там, если вдруг. Да. Если вдруг. Там ходит кто-то грузный и большой. Есть вот такой специальный ключ. Пойдем покажем. Здесь выкручиваются специальные упоры. Кстати, нам надо выкрутить, чтобы сегодня машина не шаталась. Берем и выкручиваем. Что-то вроде домка-то. Так, сорвалось. Поехали дальше. Вот, сейчас она начнет подниматься. Есть. И точно так же выкручиваем второй упор. Это потруднее трудится. Все, теперь машина стоит устойчиво. Итак, поехали дальше. Перед тем, как нам отдали дом, хозяин купил вот такие вот фонарики отражающие, чтобы мы могли ездить в темноте. Еще у нас есть одна проблема, не работает один габарит. То есть в темноте, конечно, лучше не ездить. Так, давай посмотрим дальше. Вот здесь у нас, насколько я помню, находится бачок от туалета. Сюда заливается специальная жидкость, которая разъедает все это. Отсутствует запах и что-либо. Ну, конечно, все равно нежелательно его часто использовать. Да. Так, в этом шкафчике. А, ну это просто шкафчик тоже какой-то вот горизонтальный. Сюда можно что-то положить. Смотри, здесь лежат, кстати, эти фары. Задний бампер. Mm-hmm. Дополнительный. Так, закрываем. Поехали дальше.
Так, здесь у нас вентиляция. В этом шкафу находится газовый баллон. Газа хватает достаточно надолго, и он медленно расходуется. Ну, особенно в теплое время суток, когда не нужно включать отопление. Мы практически им не пользуемся, только используем газовую плиту. Так, что у нас тут есть еще? Наверху на крыше автомобиля находится спутниковая антенна. Внутри спутниковый ресивер есть, но мы им не пользовались, так как нет ни монитора, ни телевизора. И, в принципе, просто некогда этим заниматься. Самая интересная вещь дома на колесах, это вот эта вот бандурина, которая находится над кабиной. Это называется альков. Поэтому такие дома на колесах называют альковый. Вот здесь, вот именно здесь, находится двуспальная кровать, в которой мы спим. Еще одна очень важная деталь, ну, не важная, интересная деталь в этом доме. Это вот эта вот планка, которая прикреплена к боковине. Это выдвижной тент. Сейчас мы попробуем его достать. Вот. Тент выкручивается вот с помощью такого приспособления. Мы еще ни разу не пользовались. Сейчас попробуем это сделать. Ну, подобным образом он выкручивается, здесь ставится столик, стульчики, ну и то есть можно защищаться от солнца очень удобно, красиво. И даже когда идет, кстати, когда идет дождь, то есть можно свободно выходить, у тебя получается какая-то веранда, да? А теперь я вам расскажу, что находится внутри этой машины, но перед этим я хочу рассказать вам, что есть здесь шикарный фонарь. Он достоин вашего внимания. Ну, на самом деле, конечно, смех смехом, но, ну, не знаю, ну что не допустить. Ну, ночью он помогает, вообще, конечно. Да. Итак, давайте развиваться и подниматься наверх. Вот эта вот лесенка, она выдвигается специально вперед, да, чтобы было удобнее наступать. Ой, она уходит. Кто-то слишком много ест. Итак, вот наш супер дом. Можно включить побольше света. Давай. Как-нибудь, да? Ага. Видно вам, не видно. Итак, видно, что здесь представлено? Как всегда, как любая хозяйка, мы начинаем с кухни. Здесь море шкафов. Из которого продукты валятся. Пончики. Вот. На самом деле, шкафов хватает на все, и они сделаны специально. То есть, да, есть специальные крепления, да, которые... чтобы они не открывались во время дороги. Совсем. Единственное, что он сказал, что вот эти вот мы им не пользуемся, он их заделал пластырем. Очень важный момент, я забыл сказать, что машина 98-го года. Да. Вот, поэтому она сохранилась в достаточно хорошем виде, да? Ну, в принципе, то есть, такие, да, все вот мебель, диваны. За нами у нас ковролин, чистый, убранный и комфортный. То есть желательно тут ходить босиком или не в обуви, чтобы потом это все просто не... Ну, в общем, чувствовать себя как дома. Так вот, идем дальше. Значит, шкафы все эти открывающиеся. Соответственно, здесь есть плита. Газовая плита, все просто в управлении, классический стационар, ну, обычная плита. Как в СССР, в общем-то. Ну да ладно. Есть окна, которые, конечно, иногда, когда здесь вид моря, просто вообще хочется здесь готовить, готовить и готовить. Так, двигаемся дальше. Ну, как всегда, конечно, раковина. Раковина, вода. Да. Здесь объяснять нечего. Есть вытяжка специальная, которой, правда, мы еще ни разу не пользовались, потому что... Ну, окна открыты, в принципе, это не нужно. Вот устройство. Это, да, спутниковый ресивер. Который вот мы, суперпользователи, видите, какие. Дальше мы двигаемся, и это у нас... Туалет. Туалет. Да, в туалете точно так же включается свет. О, как ярко там. Да, огромное зеркало, в чем плюс. Туалет, обычная раковина. Ничего, конечно, особенного, но вентиляция везде присутствует обязательно. Оп, ой, извините. Обязательно закрывать точно так же двери здесь, специальные защелки, которые не позволяют ей двигаться. Здесь у нас душ, который даже не так просто открывается. Вот, обычный душ. Точно так же есть свет и вентиляция. Здесь шкаф гардеробный.
Не буду его открывать. Ну там просто висят вещи. Там внизу провода, и там, то есть, как бы это не используется. И мы двигаемся дальше. Значит, опять-таки полки, свет. Здесь у нас окошко. Окошко очень уютно, удобно. Этот стол. Этот стулик превращается в еще одну дополнительную кровать. Да, то есть он переворачивается, выдвигается. То вот, есть с этим, вот с этим диванчиком все соединяется. Здесь получается вот такое место. Огромное пространство, да. Да, то есть вполне на этой машине можно путешествовать вчетвером, впятером. Ну, вчетвером, впятером это самое комфортное. То есть если пятый ребенок, то в принципе это комфортное самое такое. То есть если шесть человек, это, конечно, туго, потому что вот в принципе там. А дальше у нас идет. Вот это наше спальное место, ну, полтора, наверное, не двухспальная, а полторашка где-то в среднем, заниженная, конечно, потолок к концу, вот, ну, тут ничего особенного, два окна есть напротив, там стоят специальные сетки, я так и не поняла, как они, если честно, открываются, эти окна только что в свет попадают, и сетки стоят, ну, в общем, вот, там у нас непосредственно рабочее место водителя и его спутника. Вот. Там вам все покажет еще Максим. В машине не так уж и много приборных панелей управления и каких-то либо кнопочек. То есть разобраться достаточно просто. Вот на основной главной панели в салоне у нас есть 4 кнопки. Кнопка включения 12 вольт. То есть если мы ее нажимаем, у нас получается все электричество. Ну да, да, да. Скорее всего электричество питается от встроенных аккумуляторов. Есть кнопка проверки заряда аккумулятора. Вот можно в одну сторону нажать. Видно, что аккумулятор хорошо заряжен. И второй аккумулятор у нас тоже заряжен. А вот эта кнопка, я не знаю, что за кнопка. Я забыл. В принципе, она нам и не нужна. Значит, будем считать ее ненужной кнопкой. То есть половина кнопок не нужна. И последняя кнопка нет. Очень важная. Это вот кнопочка называется «Пумпе». Она включает помпу, которая подкачивает воду, чтобы она лилась у нас из душа, из крана, в туалете. То есть вот это достаточно необходимая кнопка, она включает насос. Это панелька термометра. Термометра, да, называется? Терморегулятора. Вот, здесь можно регулировать отопление и включать, соответственно, нагрев воды. Но он немножко барахлит, вот здесь должна гореть желтая кнопка, она у нас очень часто не горит. То есть нужно вот как-то вот так перещелкивать, нам сказали. Ну вот как-то не получается, очень редко. Ну отоплением мы в принципе не пользовались, нам пока хватало температуры на берегу. Хотя сегодня мы ночуем в горах очень высоко, да? У нас температура за бортом 13 градусов, ночью, я думаю, будет доходить до 5 градусов. Поэтому сегодня должно быть прохладно. Вот надо будет думать, что делать. Еще один, вот посмотри, сними интересный момент. Вот здесь вот под сидушкой, давай я даже все уберу и покажу. Вот здесь под сидушкой находится бак с водой, вот которая как раз таки используется для всего. Для туалета, для душа. Давай, давай, все покажем. Вот здесь мы открываем крышечку, вот он бак. Его можно заливать на любых остановках, стоянках, кемпингах. Можно просить шланг, а можно просто наливать из бутылки. Вот последний раз как раз таки я наливал воду просто из бутылки. Вот, кстати, давай посмотрим, сколько воды у нас. А, воды достаточно мало осталось, поэтому нам стоит взять воду. Угу. Надо будет набрать ее. Обратно закрываем. Ну, управление очень простое. Это автомат. То есть вот здесь вот рычаг переключения. Что еще можно сказать? Скорость, с которой мы едем, это, ну, она не превышает 80 км в час. Зачастую это, ну, наверное, в среднем это 50 км в час. Да? По горным дорогам у нас получалось 30. Камеру заднего вида покажи всем. Камера заднего вида. Вот у нас находится монитор. Он включается одной кнопочкой. Вот ну, выключаю его, кстати. Здесь мы видим, да, все, что находится сзади нас. Есть бардачок. Здесь в бардачке есть три подстаканника. То есть можно ставить кружки, стаканы. Вот. Собственно, такой простой салон. Такие делали в 98 году. Сейчас, наверное, конечно, все это поинтересней. Вот, но оно в принципе и не нужно. В дороге этого совсем не нужно, вполне достаточно.